Видите, с вами Black T, и сегодня мы будем играть в Modern Strike Online. Пум! В эту игру играл мой друг. Так что... Так, сейчас, подождите, я посмотрю. Тогда все у меня записывается. Сейчас загрузится, и мы сыграем где-то две игры. Может, три, не знаю. Так, Modern Strike. Данная операция потребует интернет-соединения. Пожалуйста, убедитесь в том, что интернет подключен. У меня интернет подключен, поэтому я буду играть нормально. Ну, может, из-за того, что у меня запись. У меня может лагать. Ладно. В бой. Ух ты, заброшенный полигон. Я не играл еще на этой карте. Так, сейчас я вот так сделаю. Так. Так. А, кстати, мне нужно еще... В смысле, раунд там уже? Ладно, настройки я хочу. Звуки уменьшить, потому что, может, меня будет... О, моя команда победила. Вы представляете, только зашел и уже победил. Круто. Короче, настройки. Надо продолжить. Потом уже на... самой битве. Так. Мне нужно просто выключить звуки, потому что меня, может, плохо будет слышно, не знаю. Честно. Может, будет и Let's Play вместе с моим другом по этой игре. Так вот, звуки. Звуки, графика, интерфейс. Русское все. Блин, а что будет? Почему у меня звуки так громкие? Такие громкие, ай. Так, ой. Блин. Вот так. Так, все. Ладно, будет уже громко слышно, но я буду лучше громко говорить. Так что вот, так. Например, нет, ты свой. Приветики. К великому сожалению, я еще никого не убил. Ладно. Ням-ням-ням-ням. Да, я вам говорил в моем втором видео то, что скоро будет влог из Москвы. Может, я из Москвы привезу себе микрофон. С помощью этого микрофона я покажу, у меня видео будут громче. О, дробаш. На. Убил. Чисто убил. Вкалываем хилку. Так. Аккуратненько здесь проходим. 7-3 наша команда выигрывает. Главное, чтобы я не попадался. О, привет, братан. Ты смотри. Так, ладно, в бой. Сегодня не помогло, потому что у меня, так сказать, проблем с подбородком. Я упал и разбил его, и мне его зашили. Так что, надеюсь, вам летсплей нравится. О, вот это уже. Так. Да, ставь лайк, если тебе нравится летсплей. И если хочешь, продал еще. Да, ставь лайк, если ты хочешь. Вот. Комплект 2. И я сниму еще летсплей. Может, с моим другом, не знаю.
Так, аккуратненько. И, кстати, тот друг, это тот, который снимался со мной в этот ютубер челлендж. И кого-нибудь завалить хочется, конечно, но тут, к сожалению, никого нет. Ага! Меня, ну ладно. Это еще не вся беда. Так. Себе вот эту больничку, не знаю, как она называется, короче, вот этот вот укол для выздоровления, ну, вы поняли. Меня убили. А, чихнуть хочется, но не получается. Ладно. В бой. О, 14-10, мы выигрываем, круто. Раунд завершён. Итак, наша команда выиграла. Так. А, ну конечно, так нечестно. У нас трое, их двое. Ладно, продолжаем. Комплект 2. И начинаем. Сейчас вот тут хочу проверить. Там пойду. Если тут есть проход, да, и тут есть проход. Мы здесь пройдем. Так. Аккуратненько вот тут. Ай! Блин. Это когда падаю, конечно, плохо. О, тут, короче, какой-то чувачок. Никого нету. С кем он там стреляет? Ах ты, да! Иди сюда. Чисто не попал из-за этого. Так. Бой. Помощь в убийстве. Ну, хотя бы и так. Так, граната он его убил. Ух ты, что это? А, это у него такой, такая раскраска. Круто, я тоже хочу себе раскраску. Ну, как я, в принципе, говорил. А, 3-4. Мы сейчас не проиграем. Я сейчас все исправлю. Конечно же, я все исправлю. Почему бы и нет? Так, главное выбраться из вот этой вот стены. И я уже вижу выход из этой стены. Продолжаем. А, я запутался. Короче. Как-то сюда, что ли? А, вон проход. Привет, братан. Пошли. Я вот хочу тоже наверх. Потому что... Ай, не знаю. Продолжаем. Вот, стрял. Так. Где вы все? Никого нету, конечно. Так.
аккуратненько проходим. Потом сразу добивать. Так, ладно. Ладно, продолжаем. Так, ходим через людей, через текстурки людей, короче, не знаю, назвать. Ладно, продолжаем. Так. Аккуратно пойдем, пойду сюда. Да, ходим. А, нашего убивают. Что за беспредел? Сейчас мы придем, разберемся. Вот, я сказал, разберемся. Разберемся. Раунд завершён, и мы проиграли, да блин. Нам дали 104 вот этих вот квадратика, 156 экспириенса, и все. Награды. Так. Пустошь. Так, бой. А, не тот комплект выбрал, дурак. А, нет, тот. Так, идем сразу в бой. Вот эта вот карта, конечно, я уже четвертый раз снимаю. И поэтому у меня... Вот тут я, короче, стоял, у меня, короче, вот тут... Вот, нет, я не помню, где я был. Я где-то, короче, был... И меня пристрелили. А, я вспомнил. Кто-то, короче, вон там был. Я вот тут стоял, стрелял, и меня, короче, в башку бам. И убили. Убил. Есть. Круто. Сядем. Сядем. Нету где-то. Что я сейчас сказала? Ничего нету где-то. Ладно. Убили! Капец, у него... Это снайперка, наверное? Или нет? Не знаю. Не успел прочитать я.
Продолжаем. Так. Сейчас 2 минуты закончится, и я, наверное, буду уже заканчивать. Или еще раз. Я не знаю. О, помощь в убийстве. Я даже никому не помогала, мне дали помощь в убийстве. Ну, и где все? Так. А, вот ты где! Я почти убил. Ой, а, забыл нажать, извините. Ну, блин, а! А, блин, я думал, это какой-то чужой. Это оказался мой. Так. Сяду-ка я, ну вот, куда-то спрячусь в этот фургон. Свой, не волнуйся. Я свой. Кого я вижу? А, в смысле? Ты ж как бы целил. Так, я, короче, с ним хочу пойти. Вдруг он куда-нибудь приведет. Петя. Нету еще минус. Прыгать нельзя, минус. Бой. Так, у нас остается 19 секунд. Петя. Третий уровень. Наша команда победила, причем с огромным отрывом. Ладно. Так, сейчас я посмотрю, сколько у меня уже видео идет, а не написано. Ладно, тогда, ну, наверное, я уже буду заканчивать, так что... Видимо, с вами был Black Chai.